Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, гости и подписчики моего канала! Первый раз в жизни я обращаюсь к вам не песней, а монологом. И в первую очередь мне очень хочется вас поблагодарить всех за то, что вы со мной на протяжении вот уже нескольких лет. Вы меня поддерживаетесь, вы подписываетесь, вы остаетесь, вы следите. И это невероятно воодушевляет, потому что я делаю то, что действительно очень люблю, и очень люблю петь. И мне нужен фидбэк, и вы мне его даете. Спасибо вам большое. Во-вторых, я хочу сказать, что я сейчас обращаюсь на русском, потому что этот язык мне немного ближе. Не потому что я приверженец какой-то чего-то, просто мне сейчас так нравится, и все. И все мои украинские друзья, пожалуйста, не обижайтесь на меня за то, что я сейчас говорю на русском. Я не приверженец чего бы там ни было, просто сейчас потоково мне он ближе. Вот. И у меня прекрасная новость. Ко мне наконец-то пришел мой псевдоним долгожданный. Он ко мне очень долго шел. Я выбирала разные варианты, и наконец-то он у меня в сердечке откликнулся. И поэтому завтра, в такой прекрасный женский день, я буду переименовывать свой YouTube-канал. Больше не Кейку108, а будет другое имя. Вот, такая вот новость у меня. Хотела с вами поделиться ею. Спасибо, что вы со мной.